спасены. Туристы, застрявшие в Алтайских горах, дождались помощи. Все выше и выше, как скоро в крае поднимутся тарифы на ЖКХ. Выбор жителей, когда в Новоалтайске появится обновленный бульвар. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сотрудники МЧС спасли группу туристов, застрявших в горах Алтая. На высоте в 4000 метров четверо мужчин ждали помощи около двух суток. Напомним, туристы из Кемеровской области терпели бедствие в горах Республики Алтай с 12 августа. Долгое время спасатели не могли к ним вылететь из-за густого тумана и низкой облачности. Накануне их, наконец, вывезли из опасной зоны на вертолете Ми-8. Состояние альпинистов удовлетворительное. В медицинской помощи они не нуждаются. Специалисты отмечают, туристы имели при себе все необходимое, теплые вещи, газовую горелку, продукты питания, соорудили укрытие из снега. Одним словом, они знали, что делать в подобных ситуациях, и потому продержались без травм и обморожений. Тарифы ЖКХ в 2019 году, возможно, повысят дважды, пишут корреспонденты газеты «Бийский рабочий». Об этой и других заметных новостях от Сибирской медиагруппы в обзоре далее. Коммунальные услуги дорожают ежегодно с июля. Индексация ограничена размером инфляции, в среднем не более 4%. Сейчас власти обсуждают дополнительное повышение. С января 2019-го, сообщает Бийский рабочий. Поднять тарифы с нового года попросила ассоциация ЖКХ и городская среда. В письме главе Минстроя России она объяснила, что из-за роста НДС с 18 до 20% у организаций ЖКХ, предоставляющих потребителям услуги, сформируются большие убытки. В итоге Министерство экономического развития страны предлагает повысить тарифы с января на 1,7%. Виктор Томенко отказался участвовать в предвыборных дебатах, информирует Политсибру. Остальные кандидаты на пост губернатора края – Владимир Семенов от ЛДПР, Людмила Суслова от «Справедливой России» и Андрей Крылов от партии «Роста» заявили о своей готовности участвовать в дебатах. Отметим, они будут длиться неделю с 14 по 21 августа. Королеву лета выберут в крае, пишут «Аргументы и факты» на Алтае. За присвоение такого звания будут бороться участницы фестиваля цветов, который пройдет в Мамонтовском районе. Пока неизвестно, сколько девушек примет участие в конкурсе, но им предстоит пройти несколько испытаний на нескольких площадках. Победительница фестиваля и присвоит титул «Королевы лета». Елена Макаренко, «Наши новости». В крае открыли запись на пересдачу ЕГЭ. Заявления принимают до 20 августа. 4 сентября будут сдавать русский язык, 7 – математику базового уровня, а 15 сентября – оба этих предмета. Сдать единый государственный экзамен в дополнительный период могут те выпускники, которые не справились с испытанием с первого раза, либо получили неудовлетворительные баллы по обязательным предметам. Также пересдать экзамен могут школьники, которые пытались исправить свои результаты по русскому или математике в дополнительные сроки летом, но не справились. Пересдать ЕГЭ можно будет в Барнаульской гимназии номер 22. В Новоалтайске продолжается реконструкция бульвара, названного в честь героя войны советского танкиста Андрея Земленова. Напомним, именно этот объект для благоустройства выбрали сами жители. Работы здесь ведутся с прошлого года, а долгожданное открытие обновленного бульвара намечено на октябрь. Он расположен в самом центре Новоалтайска, среди жилых многоэтажек, магазинов и учебных заведений. Бульвар имени Героя Советского Союза Андрея Земленова в Новоалтайске официально открыли осенью прошлого года. На тот момент здесь уже заасфальтировали дорожки, разбили газоны и цветники, установили оригинальные кованые фонари. С приходом весны работы на бульваре возобновили. Теперь у подрядчиков есть подробный проект по благоустройству. Например, в тени берез совсем скоро появятся миниатюрные детские площадки. Обязательно с урнами и скамейками, антивандальными. По словам главы Новоалтайска, люди в городе хоть и хорошие, но не все ценят, что делается. На парке Пионерском мы имели такой отрицательный опыт. Мы там такие ажурные скамеечки поставили, а их пытались у нас унести. В этом году закончим там и поставим такие тяжелые, но при этом ажурные и красивые. Ну вот как-то так. Об этом тоже надо думать. Веревочный парк и скейт-площадка – все это в ближайшее время. Бульвар имени Земленова, список объектов по благоустройству попал не случайно. За него проголосовали сами жители. Люди ждут от этого хорошего настроения себе, внимания. Поэтому все радуются. Единственное, что вот здесь, когда это проезд был затруднен, а так, в принципе, в целом очень даже неплохо. Я думаю, это того стоит.
Уже второй год по инициативе президента страны в нашем крае реализуется федеральный проект по формированию комфортной городской среды. Только в Новоалтайске на благоустройство потрачено около 24 миллионов федеральных и краевых рублей. У нас принимают участие города, городские поселения Алтайского края. В этом году у нас запланирован ремонт 233 дворовые территории и 33 общественных территорий парка. Финансирование составило порядка 580 миллионов рублей. Это, в принципе, на том же уровне, что и в прошлом году. Будет ли продолжена федеральная программа по формированию комфортной городской среды, неизвестно. Если да, то уже с января 2019 года администрации городов будут принимать очередные пожелания от жителей. Ну а бульвар имени Земленова в Новоалтайске обещали открыть уже к 1 октября. Елена Кузовкина, Павел Лаурнин. Наши новости. Зарядка со стражем порядка. Барнаул присоединился к всероссийской акции с забавным названием. Тренировку под открытым небом провел заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, сотрудник МВД Константин Свечкарь. К нему присоединилось более 70 барнаульцев. Зарядиться бодростью, хорошим настроением пожелали не только школьники и студенты, но и пенсионеры. Организаторы Министерства внутренних дел России приурочили мероприятие ко дню физкультурника. Таким образом, призывая жителей страны активнее заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Совет не бояться заниматься спортом, физкультурой. Если у вас что-то не получается, когда-то не отчаивается. Есть очень много видов спорта. Для каждого человека можно найти свой вид, которым ему будет приятно заниматься. В период отопительного сезона, который скоро, нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах. Ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше здоровье. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов. Поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Эко-Сибирь» просто и выгодно. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Фитолакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки Фитолакс не требуют запивания. Фитолакс от Эвалар – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. Эвалар – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края ясно, без осадков. Температура в Заринске 23 градуса, Бийске 24, Камнино-Оби, Змеиногорске, Алейске плюс 25. Теплее всего в Кулунде и Славгороде до 27 градусов. В Барнауле переменная облачность, ветер западный умеренный, днем до 25 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Это все новости к этому часу. До встречи.